Спасатели управления гражданской защиты отработали навыки водолазных спусков. Учения проводят ежегодно примерно в одно и то же время. Зимой водные спасатели тренируются в бассейнах, выходят на открытые водоемы только ближе к весне, чтобы подготовиться к паводку и таянию льда. В этот раз тренажером стал котлован базы отдыха «Березовая роща». Воду к спуску готовили специально. Дело в том, что зимой она становится очень прозрачной, а когда начинает таять лед, мутной. Поэтому мутили ее специально с помощью помп, поднимая тину со дна. Бывают и такие места, где даже манометр мы не можем посмотреть, остатки воздуха. Приходится всплывать, проверяться и опять опускаться на глубину. За все время работы ульяновские водолазы не припомнят случая, когда из-за паводковых вод им находилась работа. Тем не менее, наверное, у каждого есть воспоминания о спасенном незадачливом рыбаке. Каждую весну таких по региону десятки. Вот провалились пару лет назад рыбаки под лед. Далеко от берега. Лед уже был достаточно очень мягкий. Пока к ним добирались, много раз проваливались тоже. Ну, тяжело. Но кто-то должен этим заниматься. Лед – штука коварная. Если возле берега он еще кажется толстым, то к середине реки течение может промыть его насквозь. Яркое даже февральское солнце хорошо ему в этом помогает. Рыбакам советуют прислушиваться к прогнозам и сообщениям о толщине льда и не рисковать понапрасну. Если же не повезло, то необходимо знать правила нахождения на льду. Как можно больше свою площадь на лед высунуть, чтобы держаться, меньше движений, чтобы тоже не спровоцировать провал. Ну и все, а там уже спасатели сами по месту. Если можешь держаться, то держится. Если нет, накинут веревку что-нибудь или подручными средствами достанут. От себя добавим, если вы стали свидетелем или участником провала под лед, ДТП, пожара или другого происшествия, немедленно сообщите о данном факте на единый телефон службы спасения 01 или 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно со стационарных и мобильных телефонов. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.